что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезный, что говорить. Он от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой, кому и дорогой, это очень полезно. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяк не надо. Водку с перцем, но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого, 2 рюмки, не больше, лучше 3. Ну, можно и 4. Все это перемешать. Так, Даш, очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке быть» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблица есть. Только пишет: беременным женщинам нехорошо, нельзя. А бесплатно можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет: суставам смазку дает 150 зубровки, 2 сотни мицлова, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет: только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал, пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает тут. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, ну жена, ну все-все-все. Шуткой, покойником был. Ну хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то, сейчас он кандидатскую защищает. Девушка, и мне, и синтуки, и чего-нибудь от печени.